Работа по противодействию экстремизму в Губкинском ведется на должном уровне. К такому выводу пришли члены межведомственной комиссии, заседание которой прошло в стенах администрации. Открывая совещание, Валерий Лебедевич отметил, что комиссия проводит значительный объем работы. Нам очень важно не успокаиваться на достигнутом. И в рамках всей нашей работы искать иные, так сказать, подходы, ну, где-то, возможно, к избитым каким-то формам, которые сегодня не работают. А необходимо искать новые подходы в рамках и молодежи, так сказать, нашей политики, и в рамках работы с более взрослой частью населения. На повестке три вопроса. Один из самых важных – противодействие экстремизму в молодежной среде. О том, какую практическую работу проводят в филиале Муравленковского многопрофильного колледжа, рассказала Ольга Кучина. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развитие социальных установок и осознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. Для устранения вышеназванного особая миссия отводится, наверное, трем, я так осмелюсь назвать, структурам – семья, школа и, конечно, учреждение профессионального образования. В филиале систематически проводятся классные часы и культурно-массовые мероприятия. Тему профилактики экстремизма продолжил член молодежного совета Кирилл Мансуров. В этом году в нашей работе появилось новое направление. Мы стали активно принимать участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в молодежной среде. Завершая совещание, Валерий Лебедевич отметил, что факты экстремизма на территории города отсутствуют, а благодаря усилиям органов исполнительной власти ситуация в Губкинском характеризуется как стабильная и контролируемая. Елена Канина, Александр Анфимов, новости Губкинского.